Председатель Госсовета Коми Сергей Усачев собрал парламентские фракции за одним столом. Представители депутатских объединений впервые встретились, чтобы сверить свои позиции перед заседанием сессии и обсудить приоритетные и острые вопросы повестки. Так, во встрече участвовали руководители фракции «Единая Россия» Сергей Артеев, «Зеленая альтернатива» Виктор Бетехтин, ЛДПР Наталья Зиновьева, «Родина» Елена Иванова и КПРФ Олег Михайлов. Как отметил спикер парламента Коми, к решению одной и той же проблемы нужно подходить с разных точек зрения. Эти точки зрения необходимо отстаивать, но важно все-таки понимать друг друга и приходить к компромиссу. В сухом остатке все вместе они пытаются вынести на сессию конструктивное обсуждение законопроектов. Мы впервые используем такую форму, значит, совещаний накануне сессии, когда руководители всех фракций, представители всех фракций собираются за одним столом и, естественно, сверяют позиции по тем или иным острым вопросам. В данном случае на эту сессию достаточно много вынесено законопроектов, которые очень важны и нужны для наших избирателей. Ну и, безусловно, мы на этой стадии, так сказать, обсудили их. И все представители фракций были единодушны во мнении, что вот те законопроекты, которые касаются социальных выплат наших граждан, они имеют огромное значение и были поддержаны единодушно. Руководители фракции единодушно высказались в поддержку выносимых на заседание сессии поправок в Конституцию Республики, проектах о мерах поддержки семьи с детьми, изменений в законы об административной ответственности. Говоря о планируемом вводе ограничений на реализацию безалкогольных энергетических напитков детям, депутаты предложили в будущем рассмотреть дополнительные ограничения розничной продажи алкоголя в регионе. Буквально в выходные дни, в субботу, прошел крупный федеральный съезд партии «Единая Россия», на котором выступал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин с достаточно таким серьезным программным выступлением, которое можно, наверное, считать и воспринимать как, по сути, послание всем политическим силам. И, конечно, задача для всех политических, партийных структур с точки зрения адаптации его предложений на региональных уровнях. Дело в том, что президент много говорил про новые меры социального характера. Он говорил об дополнительных средствах, которые должны пойти в регионы абсолютно на разные нужды. И в этой связи он презентовал пятерку лидеров, представляющих разные отрасли и сферы жизнедеятельности, которые являются, ну, серьезными авторитетами для многих наших соотечественников. И в этой связи я полагаю, что вот такой, так сказать, призыв все вместе объединиться вокруг нашей страны, этот призыв был как раз озвучен на площадке «Единой России», которая и является по факту сегодня объединительной силой для многих партийных организаций, в том числе в нашем регионе. По итогам встречи Сергей Усачев отметил, что обсуждение было позитивно воспринято представителями фракции, а потому есть надежда, что эта сессия как никогда пройдет без излишних эмоций и ненужных споров. Если все друг друга понимают, то парламент будет принимать более взвешенные и конструктивные решения. Это как раз то, что необходимо, чтобы депутатам выполнять свои задачи перед избирателями. Предполагается, что такие встречи с участием лидеров фракции будут проходить перед каждым заседанием сессии.